Центр социальной помощи городской организации Белорусского общества Красного Креста на улице Пушкинской, 79 в Бресте – место известное. Здесь раз в неделю по средам люди, нуждающиеся в поддержке, могут получить помощь – верхнюю одежду и обувь для детей и взрослых. За 5 лет работы в центре сотрудник Красного Креста Надежда Черноокая повидала многое и многих. В небольшом помещении она умудряется не только разложить все по полочкам, но и умело подобрать одежду любому, независимо от возраста. Какое направление является у нас приоритетным, невозможно, потому что все направления Красного Креста, они для нас важны и также важны для тех, кто получает эту помощь, будь то информационно-образовательные, будь то оказание медицинской помощи, обучение населения оказанию первой помощи, противодействие торговле людьми, да много-много направлений, они все нужны и важны. Ну а оказание помощи нуждающимся вещами, это я тоже считаю очень важно. Люди приходят, и вы как видели, есть неплохие вещи. И поэтому, если человек нуждается, я думаю, это существенная помощь. Сегодня центр стал главной точкой в проведении совместной акции социальной службы и Красного Креста «Открытое сердце». Среди основных получателей помощи – многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей с особенностями. Особенно это актуально с приближением осени. Верхняя одежда и обувь будут как нельзя кстати. Акция является весьма актуальной в связи с приближением осени, когда в гардеробе доминируют теплые вещи. К сожалению, не у всех есть возможность приобрести новые вещи из-за их ценовой категории. А здесь люди, которые в этом нуждаются, могут бесплатно получить и затем использовать в практической жизни. Большая часть ассортимента одежды и обуви, предназначенных для выдачи нуждающимся, складывается из вещей, которые собирают сотрудники Красного Креста из специального контейнера, установленного в марте 2018 года на улице Орловской, 28D в Бресте. В области таких точек уже 6. Вместе с тем, сетуют сотрудники Красного Креста, часто горожане приносят одежду и обувь попросту непригодную для носки. И тогда благое дело превращается в насмешку и издевательство не только над работниками Красного Креста, которые вручную сортируют содержимое пакетов, но и над самой идеей благотворительности и милосердия. И мне бы хотелось обратиться к брестчанам, которые хотят сделать благое дело, подарить свои вещи тем, кто в них нуждается, приносить их чистыми, постиранными, но не грязными. И как бывают очень часто случаи, я скажу, часто бывают случаи, что люди приносят непригодные вещи для носки, рваные. Это уже никто не возьмет. Даже если они в пятнах, если это малообеспеченные люди, они приходят к нам за вещами, они нуждаются в них, но они тоже хотят одеть что-то приличное. Уважайте себя и уважайте тех, кому вы их дарите. Между тем, контейнеров Красного Креста в Бресте станет больше. В пятницу, 17 августа, новую точку для сбора вещей откроют в Южном микрорайоне на улице Жукова.